Всем привет, вы на канале GameDop, мы продолжаем играть в игру Darksiders. Мы в конце прошлого видео вернулись из мира людей, отдали посох волшебный, который своим светом очистил тьму от города этих ангелов. А, ну да, мы типа с мира людей вернулись типа в мир ангелов. И там собрали посох, отдали посох там главному ангелу. Этим посохом он типа очистил тьму с города ангелов. И мы сейчас зайдем в город или в локации, в территорию этих ангелов. Чё? Я только что нифигашеньки не понял. Какая-то вода. В эту воду, получается, зайти нельзя. А чё тут за какая-то хрень какая-то, блин? А, тут... Мы там бегали с пулеметами. Сейчас обратно нам придется по стенкам лазить. Блин, она не притягивается. Ну ладно, ладно, ладно. Полезли. Опять. Я уже забыл, как и по этим стенкам лазить. Так. Так, что за дичь какая-то? Вот не пойму, что такое, блин. Ладно. Нужно рычаг, наверное, повернуть. И чё? Там типа темная вода. В темной воде я умираю. Ну я ж воин смерти, почему я умираю в темной воде? Если я отпускаю. А, все, да. А не, все-таки. Рычаг нужно держать. А не, не нужно. Вода светлая. Мы опустили, воду очистили. И можем спокойно бегать. Так, дальше идем. Это что такое? Что за фигня такая? Это... Так, нужен пистолет. Какая-то фигня летает непонятная. Я даже не понял, то моб, не моб. Или просто какие-то глюки у меня. Короче, какие-то жуки летают. Так, а там какая-то, ну... А как туда это? Руку нужно взять. Да не, он сверху. Как там... Блин, непонятно, непонятно. Наверное, нужно не отсюда войти. Так, пистолет. Так. Так, он опять туда-сюда прыгать. Я уже забыл, как это делать. Так, вот это, по идее, темная вода. Я не могу в ее зайти. Ее как-то нужно очистить. Здесь заперто. Тут это двери некрасивые. Там, где были двери, где подходишь, такие черепки за это загораются глаза всякие. Вот реально была идея прикольная, красивая. Еще духи появляются, вот эти синие, бесполезные.
которые там, не знаю, звук выстрелов пистолета падают. Так, и чё? И чё здесь делать? Эта фигня не работает у меня. Ох, квесты, опять квесты. У меня шмотки голимые, по идее, очень. Очень голимые шмотки. Это большой-большой минус. Нам нужно бомбу найти, да? Я так понимаю. А где эту бомбу найти? А, это, наверное, духи этих ангелов. Так мы их убивать не нужно. Ангелы ж хорошие. Из них появляются духи. Я их убиваю, а мы их убивать не нужно. С этого не появляется. Непонятно. Сейчас появится такая типа синяя шняга. Попробуем ее не убивать. Я уже боюсь, потому что я нифига не понимаю, что тут делать нужно. Не услышал, что он говорил. Слово всадник я услышал. Он там что-то еще говорил. Так, там внутри сундук, но его нужно взорвать. Так, это я нашел. Все, я не понимаю, что мне даже делать. А, мы вообще в воздухе летаем. Вот эти скалы, они в воздухе. Мне как-то... Я не знаю, что нужно делать как-то. Туда вроде бы нужно как-то... Вот, что это за алмаз какой-то? Использовать нельзя, разбить нельзя. Так, а ну обратно идем. Ты чё? Вот штука. Она, по идее, высоко. Она, по идее, высоко, я не могу к ней допрыгнуть. Хорошо. И чё я появился? Я появился в самом начале. Блин, облом. Я был сверху, а появился в начале. Снизу появился. Ну да, у тебя был, я был здесь. Так. О, бочки разбиваются. Сюда пойти не могу я. Мама мия. Вот это оно хп отнимает. Там тупо за секунду. Такие за секунду. Там за полсекунды тебя процентов 90 хп снимает. Так что по воде даже можно не пытаться бежать. Влево мы ходили, пойдем теперь вправо. Так. А не! Вот эта синяя штука бьется. Здоровье. Блин, не хочу
О, тут куда вылез? Все, сдох. Тупой ангел. Вообще непонятно, ребята, куда идти. Богдан, тебе нужно думать. Какое думать? Завтра на работу идти, спать уже хочется. Там я был. Туда я ходил. Оттуда я упал. Сюда идти, я не понимаю, куда сюда идти. Я даже бомбу не вижу. Здесь где-то что-то перепрыгнуть. Блин, до этого было весело. Берешь пулемет и тупо идешь, всех убиваешь. А здесь нужно походить, подумать, потупить. Ладно, бежим туда, откуда мы упали. Потому что здесь вроде бы больше идти некуда. О, туда что, нельзя перепрыгнуть? Только... Секундочку. Можно перепрыгнуть. Ну, здесь только сундук, больше ничего нету. В сундуке... перчатки. Маговские. Там 8% опыта. Можно, типа, их одевать и быстрее качаться. Тут вообще, по сути, типа, можно на босса одевать ДДшный сет, для качи одевать там другой сет. Ну, допустим, я так сделаю, и все. Вот здесь я упал и дальше никуда не пошел. Прибыл всадник. А, это ангел кричит. Ах ты, секунд, иди сюда. Хедшот тебе можно сделать? У него тоже пулемет есть. Ах ты, залупа такая. А ангелы пипец пробивают больно. Так, блин. О, вижу. Почему я это раньше не заметил? Я это реально раньше не замечал. Так, автосохранение пошло. Это значит то, что мы правильно на правильном пути. Какие-то шары, какие-то области. Вот такое чувство, что сюда что-то нужно поместить. А что поместить? Фигушки! Непонятно. Так, ну ладно, мы сюда прибежали. И чё дальше? Дальше опять чё непонятно. Так. Какая-то вода течет. Ну, течет, она течет, она и шоу, что течет. Мы сюда пришли. Туда вроде бы нельзя вниз. Там мы и умираем. Все. Опять тупик. Вот реально опять тупик. Я даже не понимаю смысла, с чем мы сюда и шли. Вообще не понимаю, зачем мы сюда и шли. Мы оттуда как бы сюда пришли. И что здесь? А нифига здесь нету. Вообще не... А, то дух летает. Как будто сюда что-то нужно положить. А ну, секундочку, а ну. Понятно. Я поначалу этого не заметил. Тин-тин-тин-тин-тин. Не знаю, что это. Так, ладно. Ну, сюда.
Все равно далеко не, это не смог убежать. Он идет. Давай, давай, троечку. Вот здесь я могу стоять. Вон я вижу бомбу даже. Поднял охеренные кастеты. Атака 190! 190! Еще можно улучшать. И смотрится прикольно. Так. Непонятно, а ну ладно. Вот здесь еще можно было подняться. Это куда? Что-то... А это что такое? Что это? А ну, руку взять. Это просто декорация? Блин, я думал, это какое-то оружие новое. Не, оно не используется. Так, вот еще одна кнопка. Ага. Мы какое-то отверстие в полу открыли. И что здесь? Так, блин, да я тут был же, блин. А! Я же отсюда вот только-только вылез. Так, не пойму я. Где... Вот моя статуя. И чё? Мы вот эту дырку открыли, и нафига мы её открыли? А ну... А, я понял. Я зрозумил. Пацанчики, пацанчики, я зрозумил. Мы ставим здесь. Смотрите, ставим статую. Одним чуваком становимся здесь. Вторым чуваком становимся там сверху. Оно открывается, и статуя проваливается вниз. Это же гениально, это интересно, мазафака. Смотрите. Опа-на! И мы зажимаем тапчик. 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 Сверху закрывается, мы бежим сюда. И дальше мы уже можем бежать без ограничения. Вот сюда мы пойти не могли, потому что нам не хватало дистанции. И тут где-то я видел бомбу. А, вот бомба. И бомба нам нужна, по идее, много где. Сюда бомба нужна. Нос, ладно, зачесался. А что там пьешь? Угости меня. Туда бомба нужна. Ну не сам с собой же разговаривал. Ну на, в принципе, сам с собой разговаривал. Так, куда еще бомба нужна? А где еще были эти штуки, которые нужно повзрывать? Где-то что-то еще было. Блин, не помню, а где еще было? Сундук был. Так я до этого, до сундука отсюда не докину никак. Ладно, фиксы, кидаем. Дай попробую. Что-то вкусно? Цвет прикольный, а так обычный. Цвет прикольный.
Ой, она не сладкая. Конечно, не сладкая. Кака. У меня Кака. Же Рандемс был. Если бы у меня еще была эта сладкая, так... Кака. Кака, кака, кака. Вино не сладкое. Лучше попить сок попить. Но он тоже не сладкий, он кислый. Так, это что за фигня? А, это разбить нужно, да? А я похожие штуки разбивал уже. Сейчас будет новый скилл у меня. Да! Я помню, я когда такую штуку разбивал, мне давали скилл типа вот эта рука, которая притягивает. Теперь я смогу эти порталы открывать. Я знаю, потому что я уже некоторые видео смотрел по прохождению. Ну, типа, подошли. Хоп. А как зайти в него? Так, тихо. И чё? А, вот так, типа. Надо два портала открывать. Понятно. А вот теперь по этим порталам я заколупаюсь прыгать. Потом, блин. Прибыл Саки. Мне нужно больше ярости. Все? Нет, не все. Эти ангелы вообще пробивают больно, очень больно пробивают. Вот почему красивые кастеты, красивое оружие, оно слабое. Как бы, а то, что сильное, оно некрасивое. Ну, вот, допустим, здесь открыли, потом открываем здесь и прыгаем. Бомба нужна, да? Блин. По идее, можно даже в это отверстие. Ой, я дебил. Я дебил. В этот портал можно, наверное, бомбу кинуть. Какая-то игра, помню, была наподобие Half-Life. И там было оружие, как... Да нахера ты прыгаешь? И там было оружие, которое ставило порталы. Синя-красная, кажется. Еще было кучу-кучу мемов с этой игрой. С этими порталами всякими. Так. А что я здесь делал? Мне что, обратно это повторять все? Ой, смотрите, мы опять занимаемся полной фигней. Один здесь. Второй. Это реально фигня. Нет! Не падай вниз! Дурачок ты! Чё ты упал вниз? Не падай вниз! Так, мне сюда, кажется. Нет. А, да, вот. Ох, опять 25. Тапчик. Так, значит, бомбу возьму и в тот портал прыгну. Где бомба? Так, портал открытый. Бомбу. Так, ее нужно в портал кидать. Да, просто кидаешь в портал и все.
Давайте еще одну бомбу возьмем. Может пригодится. Бомба в руках. И для чего ее можно использовать? А не для чего. Мы просто освободили сундук. Опять какие-то косы дали. Мама мия. Я сейчас использую 164. Ой, урона мало. На оружиях много разных статов, может быть. Но на одном оружии 3-4 стата. И вот, что ты себе хочешь, что лучше, блин, сложно определиться. Или пробивание, или шанс крита, или сила мага так, или шанс маг крита, или шанс казни. Конечно, выбор здесь. Так, ладно, ну я, допустим, сюда вылез, и что дальше? Нафига я сюда вернулся? О, отлично, снизу появился. Возможно, это то, что мне нужно. Да. Так. Вот эти порталы ставим себе. Сейчас будем по этим порталам прыгать. А, нам же нужно воду очистить. Все, я вспомнил. Как эту воду очистить? Кто знает? Пишем в комментариях. Там я вижу портал. Ага, оно на большое расстояние работает. А, вот и портал. И вот сюда нужна бомба. По идее, нужно здесь портал открыть, пойти открыть портал там, где бомба, взять бомбу. Короче, это долго, ребята, очень. Система понятная, что нужно... Он упал вниз. Да, он упал вниз. Система понятная, что нужно делать. Но реально что-то лениво, да? Вот реально лениво. Тебе нужно опять одним и тем же заниматься, чтобы пойти найти бомбу там, что-то еще сделать. Садник. Недостаточно ярости. Ненавижу ангелов, они злые, капец просто. О, банка на хп, счастье. Это реально счастье. Банки на хп или вообще не падают, или слишком часто падают. Иногда это немножко напрягает. Так, ну чё? Непонятно, чё, блин. Возможно, сюда нам нужно. Не знаю. Ну чё, луч какой-то. И шо это делает? Вообще непонятно. А сундук где? Сундук показывает. Где сундук? А, вот сундук! Как я мог мимо... А, он потом появился. Мне дают полный сет. Ботинки, перчатки, плечи. Трусы. Так, плечи. Охеренные плечи, блин. И смотрится классно. Мне нравится. Трусы. Охеренные трусы. И смотрится охеренно. Перчатки. Охеренные перчатки. И смотрится классно. И ботинки еще в конце. И ботинки классные. Четко. Тупо четко.
плечи орла вообще нравятся мне. Вот реально нравится. Я тупо кайфую. Обалденно, мне нравится. Ладно, побежали дальше. Дальше. Вот это мелкая залупа, которая лучше всего убивается с помощью пистолета. Все, мертвая. Ты что-то машешь этой косой. Достал пестик, два выстрела. Так, тихо, ты подожди. Не спеши. Тут еще можно вверх подняться. А то сразу ты падаешь вниз. Хочу босса. Ты не босс. Не нужно больше ярости. Блин, как же неудобно это, без мышки нормально играть. Это полная жопа. Тупо жопа. Так боковой кнопки нету. А у меня на боковой кнопке были скиллы, короче, блин. Недостаточно ярости. А живучие, блин, тих. Блин. Мне нужно больше ярости. Недостаточно ярости. А, я ж там типа левел прокачал, нужно еще скиллы повышать. Ну ты кнопку нажал, вот реально я вот скиллы классу на кнопках. А на мышках было реально в 100 раз удобнее. Недостаточно ярости. Все, поубивал всех, отлично. Так, там мне что было, вроде бы я прокачать левел. Выкупайте, я вот первый скилл, рывок. Я его улучшил на максимум. Раз, два, три, четыре. Скилл и плюс 5 пассивок. Скилл на 3. И все пассивки на 3. Теперь я улучшаю этот удар, типа, вокруг себя косой. Улучшить. Всего лишь одно очко улучшений. Ну, лучше одно, чем ни одного. Так, и что здесь? А здесь непонятно. Да, непонятно. Короче, отсюда выходим. Это какой-то лифт, который не работает. Наверное, придется вниз идти. И там был еще рычаг. Я его не нажимал, я не знал, что он делает. И я забыл, где я его видел. Ладно, да. Там реально был рычаг. Ну. И че, блядь? И зачем это? Бам! Бам! Гениально! Вообще гениально! Я не понял, что за фигня полная. Отстой, блин, какой-то. Это полный отстой. А где я рычаг видел? Туда нужно. А ну сейчас. Вот сейчас по этим порталам прыгать. Это капец долго. И чё? И чё? Чё я здесь забыл? Реально непонятно. Вообще. А, тут что, попасть сложно в портал. Ладно, бывает. Я знал бы, куда идти, я бы понимал бы, что мне нужно делать. Я помню здесь, вот здесь вода неочищенная. Ее нужно как-то очистить. Так, а ну... Что, далеко сильно? Ого. А не. Достать... можно. А ну, побежали сюда, побежали. Я, кажется, отсюда вышел. А здесь же порталов, кажется, не было, да, нигде?
Я же с помощью порталов не смогу эту воду перепрыгнуть. Не, блин, здесь порталов нету. И вообще нифига нету. Тупи, начинаются тупи. Чё делать? А? Чё делать? Зато я нашел обалденные новые шмотки. Можно погеморроиться. Пойти найти бомбу. Эту фигню разбить. Возможно, так и задумано. Побежали искать бомбу. Бомба, бомба. Пик, пик, пик. А, все правильно, да, я был здесь. Я сначала не понял, где я бегу. Все правильно. Теперь вот так. Вот так. И сейчас, наверное, опять придется заниматься полной фигней. Статую ставить, копии ставить. Получается одно и то же. Здесь тап. Статуя одна. Ты стал здесь. Вторая копия побежала сюда. Нет, тут бегать фигня. Тут бегать много не нужно. Все, тап, отменяем. Появляемся здесь. Здесь берем портал, ставим. О, еще скиллы напрягает переключать. Берем бомбу. И просто идем, прыгаем в портал, взрываем. Что за херня? Что за херня? Где эту бомбу нужно нажать? Портал сбился. Почему он сбился? Наверное, потому что я... копии делал. И когда делал копии, портал... Ну, вы понимаете. Это слово на букву Д. Ну, дебил. Ну что, ну я в смерть превратился. То, что можно было на боссе использовать, с пользой, я просто просрал. Ну я появился здесь. И, наверное, появился не там, где нужно. Точнее, не там, где хотел. И смысл, что я здесь появился. Я не помню, где бомбу ставить. Бомбу ну где-то начали ставить. О, рычаг какой-то. Так, что-то новенькое. Вот здесь я еще не был. Это невозможно. Чё невозможно? Я не могу. У меня сумка полная, да? Обалдеть. А давайте улучшать. Еще давайте улучшать.
Так, улучшить. Еще давайте улучшать. Так, что-то еще есть. Блин, все фиолетовое. Я думал, надо собирать коллекцию шмоток фиолетовых. Нифига не получится, я так понял. Надо уже выкидывать. Так, уже атака 218. Это жесть. Это тупо-тупо жесть. Так. Я все... Сколько там уже черепков? А, еще один черепок остался. Так. Одна шмотка осталась. Синих не осталось вещей. Вообще ни одной синей вещи не осталось. Вот это наверное, какое-то говно. Ботинки дебильные. У меня кассеты. Урон 233. Защита 137. Сила 38. Здоровье за убийство 88. Это чумовые кассеты. Топчик. Так, тут можно портал поставить, да? Не знаю нафига, но мы его поставим. Может, я его тут зря ставлю. Гениально! И зачем это? Вот кто мне скажет, зачем это? Так подожди. А там вцепиться можно даже за что-то? Так нельзя, блин. Я думал, там можно типа за край вцепиться. Короче, ребята, все, надо заканчивать. Я уже спать хочу, я уже не понимаю, я уже туплю по-жесткому. Я реально сейчас иначе мне делать, не знаю. Здесь нифига нету. Здесь тоже нифига нету. Я, короче, с одного портала во второй портал прыгаю и все, блин. Потому нужно разбираться. Разберусь, начну записывать следующее видео. Так что, ребята, на этом все. Всем спасибо за внимание, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Еще раз. Бабах!